Сейчас посмотрим. Да, работает. Здравствуйте, дорогие друзья. Приятно вас здесь видеть. Чуть-чуть в другом, но, наверное, в какой-то степени в том же пространстве. Я в Гиперионе играл первый раз, наверное, лет 10, да, Игорь? Ну, давно, да. Давно, да. Да, и потом периодически играл еще и с другими музыкантами. И сделали мы очень классное видео из Гипериона. И сегодня у нас шляпный сбор, потому что ребята переехали на новое место. Поэтому я надеюсь, что мы поможем им здесь все обустроить, чтобы они нас радовали и книгами очень хорошими, и концертами, и лекциями прекрасными. Ладно, тогда начнем. Thank you.
Это была пьеса «Снег и ты», которая родилась наполовину из песни, из аккомпанемента к песне «Ой, мороз, мороз», а наполовину из украинской народной песни «Щедрик». Такой симбиоз. Я надеюсь, что мы продолжим, наша культура продолжит обогащать друг друга, несмотря на все события, которые сейчас происходят. А следующая пьеса называется «Старинная медленная».
Сейчас пойдет такая немного преиспаненная тема, но в русском стиле все равно. Пьеса называется «Инспирация», что переводится как «Вдох» или «Вдохновение». Thank you.
следующая песня называется «Дорога». Thank you.
И дорога приводит к плакучей иве. Thank you.
Следующая пьеса – это «Южный ветер», который овевает эту самую плакучую Иву. Да. Там еще дальше будет продолжение. Thank you.
пьеса «Две птицы». Сейчас что-то у меня звук заработал, извиняюсь. И ручки затряслись. Предыдущая пьеса была «Две птицы», и следующая пьеса «Старый дом».
Браво. Веселей сыграть пора. Пьеса называется «Чача». Двигаться к финалу. Еще пару вещей. Сейчас я, наверное, сыграю
вещь, которая называется «Песня про звезды», которые... Ой, про... Все. Устал. «Песня про души, которые, как звезды, падают на землю». Это видение мне рассказал мой близкий друг. Ему виделось, что из космоса падают звезды, и это души людей. И ему непременно надо их найти в разных местах. Меня настолько это впечатлило и тронуло, что я решил вот этой вещи дать это название.
что-то я под конец разогнался, что пришлось так сразу войти в тему. И последняя вещь, последняя песня называется «Старинная быстрая».
друзья, спасибо большое вам за такой теплый прием. Что-то я хотел что-то сказать и забыл совершенно. Вот заклинило-то. Нет, я хотел сказать про диски, что если вам вдруг не хватило, то там можно купить диски, 3 моих сольных альбома, плюс один общий альбом с Сережей Клевенским, совершенно потрясающим музыкантом. У нас мы записали сюиту, посвященную освоению просторов космоса. Называется «Капсула надежды». Вот. И, Игорь, там у нас шляпа какая-то, да? Да. Да. Причем работает и реальная шляпа, и онлайн-шляпа. Да. Так что всех приглашаем. Спасибо за концерт, спасибо за прием, спасибо Игорю Белому и спасибо Антону Шиловскому и всем ребятам, которые здесь работают, трудятся и создают такую чудесную атмосферу. Спасибо вам. Thank you.